Мы спросили у горожан, поддерживают ли они уничтожение продуктов, незаконно везенных в Россию. Лучше их распределять куда-нибудь в детские дома. Может быть, лучше было бы просто отбирать и куда-нибудь перенаправлять, в тот же Донбасс, например. Я лично отношусь отрицательно, потому что зачем их завозили, если их сейчас переуничтожать? Надо отправить их назад. Уничтожать-то зачем? Уничтожать? Голодных столько людей у нас. Лучше русского народного производителя ничего нет, я так считаю. Нужно производить свое. Я считаю, что пускай будут они у нас на прилавках, потому что они вкуснее даже, чем российские порой бывают. Если они пригодны для питания, зачем же их сжигать? Можно также отдать их нам, не знаю, на корм свиньям. Можно их использовать рационально, правильно, в отличие от уничтожения. Те же у нас приюты для животных. Я считаю, что нет, они, в принципе, нужны. И если их уже завезли, почему нет? Зачем их уничтожать? Уничтожать их? Это неправильно. Может быть, возвращать обратно как-то? А куда их еще девать? Значит, это уже не санкции, поэтому надо уничтожать.